Сегодня губернатор Владимир Артюков ушел в отставку. На заседании он поблагодарил за совместную работу членов правительства Самарской области и сотрудников министерств и ведомств. Он отметил, что в течение последних лет для развития региона сделано немало, что стало результатом грамотной и слаженной работы профессиональной команды. Владимир Артюков подчеркнул, что работа в Самарской области стала для него хорошей жизненной школой и назвал Самару своей второй родиной. Сердцем я здесь. И все эмоции мои тоже здесь. Буду делать все, что в моих силах, для того, чтобы на любом уровне поддержать нашу с вами губернию. Это очевидно, и это не просто мое обещание, это мой душевный порыв. Владимир Владимирович, ну, действительно очень непростой период выпал на вашу долю. И засухи, и пожары, и экономический кризис, но все прошли с честью, очень достойно, и результаты очевидны. Владимир Владимирович, ну, вам еще удалось разрушить стереотип, который на территории Самарской области сложился на протяжении там, 15 лет. Уже многие были уверены, что противостояние между областным правительством и городской администрацией Самары – это навсегда. Вам удалось разрушить это стереотип. Это, конечно, на благо нашего родного города и губернатора. Спасибо. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области до нового назначения стал глава Республики Мордовия Николай Меркушкин. В свою очередь кресло Меркушкина временно займет премьер Республики Владимир Волков. Николай Меркушкин, член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», возглавлял Мордовию с 1995 года.